трикотаж мустанг, рубчик, такой же, как трикотаж резинка, тянется по ширине хорошо, подходит на манжеты, гольфики, плотность 280, состав вискоза, полиэстер, эластан, подолевой не тянется практически, ну так вот хорошо тянется, не просвечивается, не очень толстый, не толстая ткань, средней плотности. 280 грамм на метр квадратный, 1,50 м ширина стандартная, с лицевой стороны более выраженный рубчик, с изнанки более гладко. Вот так визуально со стороны это очень похоже. Изнанка, лицевая сторона, можно перепутать, очень похоже. Только на ощупь лучше проверять, или по кромочке. Это цвет мока. Это цвет карамель. Немного мнется, но совсем чуть-чуть. Усадку он будет давать, может, еще точно не знаем, но может давать небольшую усадку, потому что есть в составе вискоза. Вот он не критично, он разравнивается. Потому что резиночка, но возвращается прежнюю форму. Мягкий трикотаж, приятный к телу, мягенький, гладенький, не колючий, не стеклянный, не... то есть за это можно не переживать. Шьют и водолазки к телу, и белье, топы, трусики. В спортивном стиле очень красиво получается. Обычно на манжеты. Манжеты подбирают, тут надо звонить оператору и уточнять, подходит цвет или нет точно. К вот этой карамели есть трехнитка, сейчас карамель подходит по цвету. Ну, на фотографии, на видео цвет один, у вас может быть по-другому, не так, как у нас на экране, так что уточняйте. На фото, на видео одно, а в реальности цвет может отличаться, так что уточняйте по телефону, потом только заказывайте. Или минимальный отрез 0,3. Заказывайте. Проверяйте, подходит вам эта ткань или нет. Потом уже только берите полный объем. Это для тех, кто много заказывает. Чтобы можно было протестировать ткань.